Борда, на которой построена полуокружность, вот такая. Центр можно так вот провести. Здесь возникает точка С, здесь А, здесь Б. Понятно, что если вы возьмете в качестве АВ вот такой диаметр, то С будет равняться R. Если дальше, то С будет больше. Значит, понятно, что это больше или равно, чем R. А вот вопрос, самая большая величина какая? Два радиуса, ответ не верим. Корень из двух. Ответ это R корней из двух. Осталось это доказать. Поставим здесь точку X. Обозначим X маленькое расстояние по X до от О до Х. Да. Теперь, какой мне надо найти максимум? Надо найти максимум такого расстояния. То есть вот такая, то есть максимум такой суммы. Да. Потому что вот здесь есть прямоугольный треугольник. Да. Теперь, а где у этого выражения максимум? Тогда производная равна нулю. Но производная этого корня. Так, теперь переносим эту часть туда и домножаем на корень из r квадрат минус x квадрат. Возводим в квадрат и переносим минус x квадрат в другую часть. Будет r квадрат. 2х квадрат. То есть... x это r разделить на корень из двух. И, собственно говоря, ответ, когда слагаемые равны, поэтому ответ это 2r делить на корень из двух, то есть r корней из двух. Да. Отлично. А вот теперь посмотри, пожалуйста, на эту функцию, и пойми, что, конечно, это надо уметь делать без производной. Ты посмотри, пожалуйста, что это такое. Это сумма катетов прямоугольного треугольника с известной гипотенузой. Да. А когда же сумма катетов прямоугольного треугольника с известной гипотенузой максимальна? Когда катет равен. Замечательно. Почему? Потому что... Потому что эллипс фигура выпуклая. Но опять-таки так отвечают, вот как попросту, как легко доказать, что максимум суммы катетов достигается, когда они равны. Это проблема человека, который выучил достаточно далеко, что он уже знает производную, и он успел при этом забыть свое детство. Да, прямоугольный треугольник с известной гипотенузой. Почему у него сумма катетов не может быть больше, чем у равнобедренного? Что нам реально нужно доказать? Господа, доказать нам нужно простую вещь. Что x плюс корень из r квадрат минус x квадрат меньше или равно r корней из двух. Согласны? Давайте подумаем. Это будет r квадрат минус x квадрат меньше или равно, чем 2r квадрат минус 2rx корней из 2 плюс x квадрат. Ну и давайте поймем, что это такое. 0 меньше или равен, чем r квадрат минус 2rx корней из 2 плюс 2x квадрат. 0 меньше или равен, чем r минус x корней из 2 в квадрате. Ну, согласны, что это так? Нет, я не утверждаю, что это единственное доказательство. Наверняка можно и геометрически как-нибудь, про тот же эллипс можно и так далее.